Всем привет, с вами Рома, и это очередной летсплей по Minecraft Pocket Edition. Остановились мы на том же месте, где мы и были. И, извините, кое-что надо вырезать. Ладно, начинаю, не будем дорачиться. Начинаем. Вот! И сейчас я сделаю так, чтобы вам было удобно смотреть. Попробую сделать так, чтобы вам было удобно смотреть. О, у нас наступает утро. Вот, я думаю, так хорошо. Да, так хорошо. У нас наступает утро, и мы на том же пороге закончились. Так, ну сегодня мы будем продолжать делать все. Да. Это будет первый уровень. И знаете что? Придется прыгнуть. Ой! Зомби. Наш маяк еще не закончился. Нам надо его доделать. И тогда мы не потеряемся. У нас начинается самое интересное во втором упражнении. Что ты мне? Да давай, ты гори в аду. Вы видели это? Он мне... Как будто бы что-то сказал. Посмотрим, как наш маяк выглядит. Со стороны. Подождите. Извините за то, что я отключился, и теперь я с... Да? Представься. Я брат Дрогов. Ну, я тут немного достроил маяк. Я все время там в конце своего ника добавляю то. Да? Ну, маяк... Я это уже вошло в привычку. Со стороны маяк хорош. И сейчас я пойду копать камень. Это для меня уже привычка. Нет, опять надо подставляться, если я уже давно представил. Так я же начинаю новую часть. А, и у некоторых возникнет вопрос, почему же я так много делаю видео за день? Ну, ребят, потому что мне нравится делать видео особенно для вас. И к тому же мне нечего делать. Гулять хреново. И сейчас мы будем продолжать копать. Ведь это же так няшно. Ну, сейчас мы стака 3 накопаем. И пойдем дальше строить наш маяк. Уважаемая из Казахстана Надежда Евсюхина была третьей. Сильная россиянка в призах не было. Ой-ой-ой. Фонит. Рамис, фонит. Алло. У тебя фонило. Передавило. А? Фанила. Фанил? Ага. Я фанил? Возможно, да. Сейчас понадобится и какая-то медицинская помощь. О, господи. Вот, блин. Ничего, новую кирку делать? Ну, вы издеваетесь? Поздравление принимает Ирина Кулеша. Она почему так быстро ломается кирка? Тоже по-любому у меня сейчас палок нету. И почему ты так почти все видео со мной снимаешь? А что, одному снимать, что ли? Одному неинтересно. В декабре прошлого года на Кубке президента России в Белгороде... Я вот много видео снимал один. Да? Заболотная. Да. Больше, чем с друзьями. В руке 131 килограмм. Так ты с Фрапса снимай. Ну, мне весело больше играть в горе шмоты, то с аддонами. Играть с аддонами все становится веселее. Угу. Блин, я думал, я провалился в бездну. Догоняй. Продолжим копать наш лего камешек. Что-то мне до хрена и всяких инструментов не нужно. Например, до хрена мне 5 мечей. А что есть еще?
от дома Слендермена? Да, должна быть. Заказывать. Я посмотрю завтра. Все время больше, чем ее конкурентка из Казахстана. Да. Ой, я даже могу сейчас посмотреть до Дон. Извините, надо немного отлучиться. Мы вернулись, и мне пишет мой друг в скайпе. Извиняюсь. Такие вот обстоятельства. О, Skyrim Dragon Mod. Короче, я сейчас, когда закончу это видео, буду снимать обзор игр на Android. Майн Билдер. По скайблоку. Да. Там добавилось после обновления все такое. Так. Факела. Здесь никто не заспаунится, никакой зеленый человечек не придет. Какой зеленый? Ну, я знаю. Какие, но и вы сами понимаете, что результаты гораздо выше идут. Сколько мы уже снимаем? Мы снимаем 6 минут. Чем ответит Подобедова? Она идет на 156. В чемпионате мира 2010 года Подобедова обыграла как раз за Болотно. О, на музыке есть! Аддон. У Натальи было 293. Ты чё? Не знал? Это очевидно. Вообще-то есть очень много аддонов, они многие не очевидные. Например, про мотики очевидны. А вот про Skyrim не очень очевидны. Мне нравится вот это пуканье, когда вы собираете блоки. Давай! Зал забит под завязку, несмотря на то, что тяжелые атлетики на туманном Альбионе слабо разбираются, но здесь болельщики... Сейчас проверим работу. Уголков планеты даже есть американцы. Все Аддоны. Рады и все счастливы побывать на олимпийских состязаниях. Много поляков, к сожалению, для поклонников. Вообще всем советую купить. Ой, извините, я случайно вышел. Ну, сейчас мы докопаем следующий стак. И пойдем достраивать в следующей серии маяк. То есть я докопаю, закончу серию и построю в следующей серии маяк. Мне надо в Гаррисмоде сделать карту свою. Наверное. Заявленный вес в последнем подходе у Подобедовой и у Заболотной. Заболотная идет... Ром, ты докажешь, ты видел, как я круто все делаю? На самом деле не круто. Докажешь, как крутые постройки делаю? Да, да. На самом деле нет. Так, сколько у нас уже? 16. И снимаем мы 9 минут. Ну да, докопаю и все. Держи. Смотрите, что из маленького горе-домика произошло. Он стал большим. Большим братюней. Так, сколько? 26. Быстрее. 286 килограммов. Но спортсменка из Казахстана уже не имеет права опускаться. Она должна пойти как минимум на 160. И вот даже перезаявляет. 161. Да, невероятно нервно. На меня все комбайны. Аддоны нападают. Никто не ожидал, да? Что
получит Баранкова Надежда Евстюхина. Не все меня окружили. Выпавшее знамя подхватила Светлана Наталья Заболотная и со Светланой Подобедовой достойно сражалась. Сейчас решится на ваших глазах судьба золотой олимпийской медали. Либо россиянка, либо у Казахстана будет... Ну, итак, мы почти докопали. Ну, давайте я докопаю еще эти 4 сраных блока. И вот мы докопали. Ладно, с вами был Рома и... Алло. Алло. И брат Другов. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на его канал. Ставьте большие пальцы вверх. Не забывайте оставлять хорошие комментарии. Всем пока.